Всем привет! В сегодняшнем обзоре я покажу американскую зажигалку Elgin American. Купил эту зажигалку в Соединенных Штатах Америки в ноябре 2021 года. Весит данная зажигалка 48 грамм. В конце ролика я добавлю фото, на которых можно будет увидеть вес зажигалки, ее размер на фоне спичного коробка. И также в конце ролика я покажу в замедленной съемке, как зажигалка работает. Состояние зажигалки я бы оценил как очень хорошее. Корпус выполнен из латуни и имеет покрытие золотистого цвета. Маловероятно, что это позолота, но я бы и не исключал даже такой вариант. К сожалению, от времени на покрытии имеются следы коррозии, поэтому я оцениваю состояние зажигалки как очень хорошее, а не идеальное. На корпусе зажигалки с двух сторон имеется гелиширование в виде мелких полос, расположенных вертикально. Кроме этого, на одной стороне зажигалки есть выделенная прямоугольная область, которая не затронута гелишированием и предназначена для нанесения гравировки. На нижней части зажигалки можно прочитать Made in USA, сделано в Соединенных Штатах Америки. Далее название Elgin American. И справа Patent Pending. С английского можно перевести как патент ожидается или патент заявлен. По конструкции эта зажигалка автоматическая. Чтобы ее зажечь, нужно просто нажать на вот эту кнопку. При нажатии на кнопку открывается крышка, закрывающий фитиль. Прокручивается кресало, высекается искра и фитиль загорается. Зажигалка остается в открытом положении и продолжает гореть до тех пор, пока кнопка удерживается. Если кнопку отпустить, то крышка, закрывающая фитиль, закроется и пламя погаснет. У этой зажигалки довольно простое обслуживание, можно даже сказать, что простейшее. Чтобы ее заправить, нужно вытащить из корпуса вот этот вот механизм. Таким вот образом. И пропитать ватную набивку бензином. Кстати, на механизме также есть надписи. Название Elgin American. Далее Made in USA, сделано в Соединенных Штатах Америки. И Paid Pend. Патент ожидается. И на другой стороне механизма надпись. Base Metal, то есть корпус металлический. Чтобы поменять кремень, нужно отвести в сторону вот этот вот подпружинный рычаг путем нажатия на него, вставить новый кремень в кремниевую трубку и затем рычаг просто отпустить. Под воздействием пружины он вернется в свое прежнее положение и подожмет кремень. Ну и затем механизм нужно просто вставить обратно в корпус зажигалки. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Всем удачи!
зажигалки моя страсть. 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 Зажигалки моя страсть.